Да, конечно, я выступал не за какую-то команду, там был в личном качестве, не за страну же выступал, но в личном качестве выступал. Но все-таки гражданин России нам не безразлично, как к нашим гражданам относятся, где бы они ни находились и чем бы они ни занимались. Поэтому мы внимательно за всем следили, конечно, очень переживались. Папа, чтобы он не строго тебя наказывал, потому что все-таки главную задачу ты решил, ты выиграл достойно и убедительно. Мы вот внутри страны, я считаю, что мы одна большая семья. Здесь чего не происходило, нужно, конечно, избегать крайности, не допускать никаких прыжков, чего бы ни происходило. Все бывает. В семье все бывает, но мы никогда не позволяем себе выходить из какие-то рамки. Но если на нас нападают извне, то, конечно, не только ты, мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется. Но лучше на это не доводить. Это коммерческий спорт. Но это все-таки спорт. И я не могу не согласиться с теми, кто считает, что и здесь должны соблюдаться определенные правила. Только прописанные на бумаге, но и на общие спортивные моральные правила. Надеюсь, что и в этом виде спорта все будут этих правил придерживаться. В конце концов, будут найдены пути к нормальному общению, к дружбе, мужской, спортивной дружбе. Спорт посвящен и служит именно этим целям. Своими соперниками у тебя выстроятся хорошие, добрые, сопернические, но все-таки добрые человеческие отношения. Пока что они говорят только о моем прыжке, хотя неплохо выступил, и в отличие от его выхода и от его неуважения, да, к моей стороне, к родителям, к стране, я себя вел достойно. Время боя тоже продолжались провокации. Надеюсь, этот суд, который там сейчас идет, пройдет нашу пользу.